Всем, ребят, доброе утро. Посмотрите, какое солнышко. А тем самым мы летим куда? Короче, эксплуатируют полные, доставляют, так сказать, такие штуки. Hello. Hello. Какая малыха. Ребят, появились новые маски в продаже. Ребят, вообще апгрейд. Вы точно не заразитесь. Блин, давит так. Ребят, ну это вообще, это максимальная защита, поэтому обращаемся за масками в директ. Ребят, я пришел сюда и сразу заиграл, не поверите, мой любимый трек. Ты... Такая, ребят, здесь красота. Ребят, смотрите, вот стоит такая и прям показывает твою температуру. 36,4. И проходим дальше. Вот мы прибыли в аэропорт. Ребяточки, всем доброе, солнечное, позитивное утро. Ну, у нас уже день, у нас уже 12 дня. Но в России как раз начинают все только вставать. Я пошел в магазин, потом по делам, по возможности сегодня. Сейчас придержимся правильного питания и все равно, знаете, что-нибудь хочется такое к чаю. Мне говорит Настя, поди что-нибудь к чаю возьми, зай, такое, чтобы было можно. Я такой, да, сейчас. Как мне тут понять, что это что за состав, блин. Это вкусно выглядит очень. Что у них только нет у нас на самом деле. Ну, я не думаю, что китайцы будут много класть сахара в различные такие темы. Потому что они не любители сахара, они любители, наоборот, острого. Вот такие, конечно, печеньки, в любом случае, есть сахар, но и даже если есть в небольшом количестве. Но я, в общем, я взял вот такую же штучку одну, попробовать. Не знаю, что там. Если будет невкусно, значит, сахара нету. И все-таки думал, взять вот такие вот soul size cake. Не знаю, попробовать. Давай. How are you today? Как тебе дела сегодня, это переводится? Солнышко? Легко, любую фразу давай. Как? See you later. See you later. Увидимся later. Скоро. Правильно. See you soon. See you soon. Следующее. До скорой встречи. До скорой встречи. То же самое. В общем, потихонечку учим английскими, да, зайчик? Да. Потихонечку начинаем обучаться. Скоро будем профессионалами. Сегодня выучили уже... 50 слов. 50 слов. Ну, как выучили? Повторили в основном большинство, но и выучили. Также мы узнали... что, оказывается, есть 400 слов, которые покрывают 75% английских текстов. То есть всего лишь 400 слов, которые вы должны будете выучить, и, в принципе, вы уже сможете, там, не знаю, даже понимать людей, там, которые будут общаться по-английски. Вот, мы их, в общем, выписали, да, сохранили. Вот. Учим, учим. И учим потихонечку. Что делать? Конечно. Выучим английский, потом выучим китайский, потом выучим балийский. Потом выучу португальский, потому что полетим. Я признаю, я хочу еще в Бразилию попасть. Ну, в принципе, да, почему бы нет. Так, ребяточки, что касается насчет масок. Маски сейчас, большая партия, находится в Уссурийске, 2 миллиона. Поэтому никаких проблем с границей не будет. 2 миллиона масок, цена одной 29 рублей. Поэтому те, кто хочет, либо заинтересован в приобретении такого большого количества, либо меньше, можно меньше, отпишитесь мне директ. Дальше, что касается нашего проекта, буквально на днях айтишники мне отписались, сказали, что Apple дал добро уже на конфигурацию, поэтому буквально на днях сделаем прямой эфир, я выставлю пост, где все подробно расскажу, поэтому ждем новостей.
Так, друзья, что касается самих цен на продукты. Мы были сейчас на рынке, где продают именно мясо, морепродукты, овощи. В общем, я взял три большие громаднейшие грудки куриные. Они мне вышли 200 рублей. Также мы взяли все овощи, то есть помидоры, огурцы, морковка, лук, плюс еще грибы. И также все вместе вышло около 220 рублей. В общем, вот такой вот пакет с мясом, с овощами совместно 400 рублей. Как считать, это дорого? Я думаю, нет. Самый кайф, то что здесь вкус намного отличается, чем у нас там в наших супермаркетах. То есть овощи, помидоры, огурцы безумно вкусные. Я уже молчу про фрукты. Перцев. Самый их любимый такой. Что, будем пробовать это? Или обойдемся, мне кажется. Попробовала бы. Ты смотри, что там. Метро смотри. А почему ты, зараза такая, сбежала от меня недавно? Я ходил по всему метро, ее искал. Она от меня спряталась, и я думаю, что я буду... Она думала, что я обрадуюсь, что она от меня спряталась. Я вот тут хожу, везде ее ищу, думаю, не наесть, ребенка забрали. Она так, зараза, смотрите, она пряталась от меня. Ах ты, бессовестная, чудная кукла. Ладно. Уж наказанности.